Ты посмотри, какая чудная погода. Проснулся, а там тишина. Ни пурги, ни грозы, ни метели. Просто отличнейшее утро. И приветище. Приветище тебе. Это Сумнатика Ниш Нуля. И мы продолжаем выживать на этой чудной зимней планете. Ну вот, уже метель. Ну что такое? Только в окно посмотрел, все было спокойно. А-та-та, ладно, пойду внутрь погреть пока. Короче, мы вернулись на базу. В комментариях мне написали, что вот эту вот штуку... Где она у меня? Она где-то у меня... Короче, пробирку, которую я нашел, достал при помощи своего робота, пингвина-робота. Ее нужно отнести Левиафану. Мы это обязательно сделаем. А также я еще хотел сделать нужные вещички, чтобы у нас был полярный лис. Вот, техстанция полярного лиса, пожалуйста. А вот и сам полярный лис. Нужна смазка и магнетит, которого мы достали в прошлой вылазке очень много. Он у нас есть. Значит, смазка у нас делается вот из таких водорослей, точнее, семян водорослей. Есть еще образец водорослей испорченный. Чего он тут лежит? Надо его выкинуть, а то провонял всю хату. Так, значит, делаем вот эту жижу. Нам ее, в принципе, будет одной достаточно. Титан, магнетит. Давай еще жижу сделаем, пускай будет на прозапас. Комплект проводов. Для него нужно серебро и медь. Медная руда и серебро. Есть у меня тут серебро? Есть. Отлично. Серебро есть. А это говорит нам о том, что мы сейчас делаем... А, еще надо серебро. Еще серебро у меня есть в этом. В моем корабле. Ладно. Возвращаемся на корабль и там уже сделаем это в медный провод. Не проблема. Там же и магнетит есть. Кстати, магнетит, по-моему, у меня в этом. В крабе даже. Значит, выходим. А, да, я еще хотел же построить, знаешь, чего? Хотел построить операторскую и стыковочную шахту. Сюда, кстати, тоже смазка нужна. Ладно, давай стыковочную шахту замутим. Пусть Кая набу... Что? В смысле? А где часть лестницы? Я не понял, у меня что, полярный медведь, что ли, свистнул часть лестницы? Отхапал и туды, в воду, в себе в берлогу. В берлоге лестницы не хватало. Ладно, исправим вот так вот. О, кстати, про Кайдзю, помнишь? Про Кайдзю из первой части. Надо же переименовать. Блин, почему мне не дали переименовать? Да подожди, краб куда-то полетел. Надо его переименовать и сделать тоже Кайдзю. А, его здесь переименовать-то никак. Нужна стыковочная база. Точно, точно. Ладно, тогда стыкуемся с нашим мореходом. Вот так вот. Лезем в наше хранилище. Вот, серебро еще берем. Мить нам не нужно, здесь есть стекло. Ой, пить хочу. Пить, я думал, холодно пить. Пить, попить. Так, и лезем, значит, в наш мореход. Нужен нам еще для стыковочной шахты свинец. А титановых слитков два. А я сделал только один. Блин, что, не говорите мне только, что у меня сейчас титана не хватит. Титан, титаныч, ты где? Вот, есть, все, отлично, мне хватит. Мне хватит. Мне хватит, здорово. Чудно, титан у нас есть, нужно магнетит. Магнетит мы тоже с тобой набрали огромную кучу. Он где-то здесь валяется у меня. Вот, две штуки есть, а почему две штуки? Где остальные штуки? Вот, кстати, антидот, который надо не забыть. И пропавшие водоросли надо выкинуть к чертям. Значит, все, стыковочная база у нас... Нет, ее нет, у нас нет свинца. Ну-ка, свинец, ну где ты? Засранец, свинец. Рыбу поймать вот эту надо, чтобы водичку из нее выкачать. О-о-о-о-о. Рыба, ты где? Сейчас глайдер возьму уж, блин. Убегает она от меня. Так, где еще у нас? Где-то свинец вози... Вот это вот. Это оно? Нет, это не оно. Вон, выше. Оно? Ага. Свинец, ну пожалуйста. Да, первый свинец я нашел. Но мне надо больше. Ну, наконец-то, я нашел два свинца. И это просто радостные новости. Получается, что стыковочной базе все-таки быть... Но вот вопрос у меня в другом. Где мы ее сделаем? Потому что база у меня на льдине там наверху. А стыковочную придется делать где-то внизу, прям на воде. Как-то так выходит. Все, приплыли на место. Сейчас я быстренько сделаю себе водички. А то пить хочется, капец. Короче, у нас нарисовались первые сложности. Дело в том, что я хотел стыковочную шахту присоединить вот к этому люку. Но нельзя, потому что тут мешается вот этот... Небольшой айсберг ледяной. Можно было бы его как-нибудь сломать или утащить куда-нибудь. Кстати, а что если я попробую мореходом его куда-нибудь тащить в сторону? Он же просто плавает. Давай попробуем.
Я, конечно, сомневаюсь, что у меня это получится, но попробовать стоит. Давай всплываем, разворачиваемся и просто попробуем толкануть его. Давай, поплыли, пупсик. Но нет, у меня даже скорость не набирается. Даже не набирается скорость, вообще бесполезняк. Он как будто здесь приклеен. Эх, черт. Вот, из-за него и не получается здесь пристыковать еще и шахту. Есть вероятность сделать вот такую вот штуку. Трубу в другую сторону просто продлить. Сейчас я попробую это сделать. Вот таким вот. Вот сюда, в эту сторону, вот так продлить. И пристыковать сбоку эту стыковочную шахту. Для этого нам нужно будет люк сейчас демонтировать. Вот. Че, инвентарь полон, да? Да не все, ок. И теперь мы давай сделаем стеклянную трубу. Вот, в эту сторону. Но у меня не хватает стекла. Значит, заканчиваем вот эту вот угловую штуку стеклянную. Все, она у нас теперь по красоте. А вот это что такое? А, это еще одна фигня. Так, она у нас стеклянная же, да? Да, во, красиво. Я даже вижу, что там, что вообще там происходит. Надеюсь, она прицепится. Мы ее разворачиваем и что-то она не цепляется, ни шиша. В принципе, понять-то можно, почему она не цепляется. Потому что слишком глубоко находится почва. И попросту стоять не на чем. Ну, выходит, что нам нужно сделать просто пониже вот эти трубы. Давай попробуем сделать пониже. Надеюсь, у нас это получится. Так, значит. Вот здесь вот трубу. И вот так вот. Ну, вроде бы как теперь... Вот эту штуку надо забрать, а то она тут мешается. Вот, вроде бы теперь как мы должны поставить сюда стыковочную. Она должна пристыковаться, потому что... Почва под крепежами будет 100%. Ладно, давай вот так вот ее поставим. Вот мы строим стыковочную базу, значит. Готово. Минус 5 к прочности корпуса базы. Общая прочность 3,5. Да пофиг вообще. Вот эту штуку, значит, теперь разбираем. Готово. И пробуем пришпандорить эту трубу вот. Сюда можно. Сюда получается. Крепим ее. Ага. И продлеваем вот эту трубу. Ну вот и все. Все готово. Все у нас тут есть. Все четенько. В принципе, нам нужно здесь еще люк сделать. Чтобы можно было заходить вот здесь. Пойдем зайдем, посмотрим, что у нас там имеется. Так, мы внутри. Это здорово. Можем вниз спуститься, если что. И нам нужно сюда прикрепить еще... Что? Мне показалось, у нас протечка. Нам сюда нужно подвести электричество. Сейчас мы это сделаем. Знаешь, что я думаю? Я думаю, что нам вот эта вот штука больше здесь не нужна. Ее бы разобрать как-нибудь. И сделать прямую наверх. Хотя здесь люк тоже не помешает. Если мне вниз не надо, то я лучше буду заходить здесь. Здесь намного удобнее, поэтому я здесь сделаю еще один люк. Чтобы у меня было несколько проходов. И цепляю сюда солнечную батарею для запитки. Ее сюда можно поставить? Можно, во. Ее прямо здесь, наверное, и поставим. Для запитки нашей стыковочной шахты. Я думаю, что одной батареи нам будет достаточно, все. Энергоснабжение у нас есть. И, в принципе, мы можем сюда теперь краба подтащить. Сейчас я этим и займусь. Значит, заходим. Крабик, у тебя теперь есть новенький дом. И цепляемся. Отлично. Сейчас мы тебя переименуем. Возможно, даже перекрасим. Подожди, а где компьютер? А как же ну вот, точно. Консоль улучшения транспорта. Надо будет ее обязательно сделать. А еще нам нужно здесь сделать лестницу. Потому что без нее мы не сможем подняться наверх. Значит, давай тогда эту лестницу мы сейчас с тобой сделаем. Хопана. Ну вот, в принципе, и все. Теперь мы можем залезть на второй ярус, выйти отсюда и зайти на третий ярус и попасть в наш жилой модуль. Знаешь, я что придумал? Я придумал контейнер в контейнере. Это как пакеты с пакетами. Чтобы они тут у меня не валялись, я просто убираю контейнер в контейнер. И у меня тут будет один контейнер валяться. Круто я придумал, да? Круто. Опа. Так, значит, нам теперь нужны кораллы.
Слушай, я тут искал ресурсы и подумал, а можно ли плакаты повесить в мореходе? Это было бы вообще круто. Сейчас я попробую это сделать. Вот, у меня есть пару плакатиков, но, к сожалению, вешать я их здесь не могу. Интересно, а почему это? Они бы здесь классно смотрелись. Место-то есть. Забрал, короче, все барахло со своего морехода, чтобы оно там у меня не валялось. И сейчас я его приклею сюда. Вот здесь вот местечко есть. Так, значит, один постер здесь снизу. Давай, клейся. Во. Этот постер сюда. Картина с искусством. Что там у нас? Давай, показывай. С лампочкой. И еще один постер. Куда бы его прицепить? А можно сюда? Или сюда? Блин, еще один постер не влазит. Есть у меня идейка вот этот постер забрать. А вот этот повесить. А вот этот маленький я повешу вот тут сверху. Во. И, по-моему, ок. Значит, ожерелье моей сестры. Я положу сюда. Где-нибудь вот здесь вот оно пускай лежит. Вот. И еще одна рамочка с фоткой. Поставлю вот так вот. Во. Со своей любящей сеструхой. А, нет, это не сеструха. Подожди, это моя сеструха с кем-то. Ну ладно, неважно, с кем. Теперь пошли, наконец-то, искать золото, кораллы и еще воды. Нужно напиться водицы. А то я сейчас от жажды тут помру. Где наш там этот? Подожди, я не понял, где мой? Эу. Эу. Вот это поворот. Моя гравиловушка куда-то исчезла, когда я построил стыковочную шахту. Это печальная печаль. Рыбка, иди сюда, ты мне нужна. Ты меня сейчас спасешь. Гравиловушечка, ну куда же ты делась? Это капец. Ну и ладно. Потом новую сделаю. Теперь мне нужно поменять энергоячейку нашего морехода. Тут у нас уже все. Пихаем сюда свеженькую. И вот эти две надо будет потом зарядить. Так, отправляемся за кораллами. Благо нам тут недалеко. Тут все рядышком. Кораллы у нас тут есть. Я, правда, уже забыл, куда плыть, но думаю, ничего страшного. О, это мой? Это мой? Фрагмент гравиловушки. Нет, это уже сдохшая гравиловушка. Это не моя. Кораллы где-то здесь были. Вот это вот еще тоже заберем на всякий. Во. Вот коралл валяется. И золотишечко нам еще бы где-нибудь достать. Ну, наконец-то. Наконец-то где-то золото, где-то здесь. Я прям вот. Вот оно. Надеюсь, там золото. Ну-ка. Долбанный титан. Ну как так можно было обосраться? Я уже сколько ищу это золото, и все никак не могу его найти. Вот тут вот еще, смотрели, залежи есть. Так. Есть, наконец-то, золотишечко. Прекрасное, мы сразу два. А может быть и три? Ну-ка. Нет, здесь титан, тут обломает. Ну все, в принципе, для микросхемы у нас все. Сейчас у нас будет улучшалка, А откуда у нас здесь вот эта фигня плавает? Которая может заледенеть все и вся. Так, пошел вон отсюда. Мне тут не надо, чтобы ты плавал. Так, улучшалочка. Сейчас я тебя сделаю. Сейчас у нас будет тут крутая штукенция. Так. И наконец-то я переименую своего... А, блин. Забыл совсем про микросхему. Я так поспешил, что забыл ее сделать. Все, микросхема у нас имеется. Даже золотишечка осталась. Куда мы ее пришпандорим, значит, эту штуку? Наверное, где-то здесь. Нет, здесь неправильно. Короче, вот здесь вот я ее поставлю. Вот здесь вот. Здесь самое место, давай делайся. Прикинь, медный провод кончился. Медный провод, не медный, медный. Вот, два сразу заберу. Вам грозит голодание? В смысле? Блин, я совсем забыл про это, когда увлекся микросхемой. Надо что-нибудь пожрать, готовить. Так, сейчас кого-нибудь поймаем. Рыбки, идите сюда. У меня тут голодание. Мне надо пожрать. Куча дел, а о самом главном забываешь. Там попить, поесть, в туалет сходить. Достраиваем нашу крутую штуку. Единственное, она встала вообще не как надо. Хотя нет, как надо. Все четко. Консоль улучшения транспорта, пожалуйста. Модуль краба. Можем тут все улучшить. А мне надо еще костюм краба переименовать в Кай... Стой, большие буквы. Кай... Дезю. Вот.
Готово. Еще бы я бы его перекрасил, наверное. Основа, значит, у нас будет черная. Вот такая вот четкая. Четкая. Полосы у нас, значит, будут какими? Цветовая палитра у меня что-то... Вот, красная. Интерьер у нас будет... А пусть будет тоже черный. Черный интерьер. Название у нас белое. Кайдзю. Во, огонь просто. Огонь. Черно-красный. На стиле. Вообще четко. По улучшениям. По улучшениям давай посмотрим. Я хотел сделать руку захват, но у меня ее еще нету, я не открыл. Улучшение реактивного ранца у нас уже имеется. Вот модуль глубоководного погружения. Я его могу сделать, кстати. У меня есть синтетические волокна и эмалевое стекло. Я тоже могу сделать, это не проблема. А также я могу сделать бур. У меня все для этого ресурсы есть. Помечаем, значит, бур. Помечаем глубоководное погружение. И погнали все это делать. И потом мы плывем на остров к Левиафану. Потому что я здесь уже что-то чертовски долго задержался со всеми своими улучшениями и апгрейдами. Значит, вот синтетическое волокно, мы где-то его нашли. Оно у нас просто было, это здорово. Берем теперь алмазы, вот такие рубины. Теперь делаем эмалевое стекло. Нам нужно всего лишь одно. Есть. Теперь нужно 5 титана и литий. Литий у нас есть в жилом модуле. Сейчас его достанем. Литий, где ты? Ты мне нужен. Очень-очень нужен. По-моему, здесь у нас. Вот он, один литий. Вот это я заберу, вот это тоже заберу. Сколько лития нам нужно? Один. И титан тоже заберу. Здесь есть титан? Нет. Но тут есть поесть. Но не буду это забирать. Ну что ж, значит, делаем улучшение для нашего краба. Глубоководное погружение. Есть такое. И остается нам 5-4 титана достать. 4 титана. Где-то тут у нас что-то было с титаном. Вот, пожалуйста, 4 титана как раз то, что нужно. Бур у нас тоже имеется теперь. Вот он, красавчик. Ну что, Кайдзю, пришло время твоего улучшения. Сейчас я все в тебя вставлю. Значит, нам нужно сперва поставить модуль погружения. Где он у нас тут? Вот он. Идешь сюда. И в правую руку... Да, у нас тут зеркальное отражение краба. В правую руку мы ставим тебе бур. Ну-ка, садимся в него. Оу, yeah! Да. Бур у нас имеется. Можем теперь бурить. И стыкуемся, значит, с нашим мореходом. И плывем к Левиафану. В принципе, у нас все имеется теперь. Вот так вот. Ну что, вперед из песни, как говорится. Погнали. Ну, в этот раз мы с тобой причалим, как положено. Тут у нас причалик небольшой. И здесь я, пожалуй, и остановлюсь. Вот таким вот образом. Все, значит, где наш Кайдзю? Твой выход. Дальше только на тебе. Погнали. Да блин, не хранилище мне надо, а в Кайдзю. Выпрыгиваем отсюда. О, да. Значит, бежим к Левиафану. Единственное, да, антидот у меня в кармане. Так что все у нас как надо. Короче, я нашел эту пещеру и проштрафился. Конкретно проштрафился. Это просто капец. Я, как ты можешь видеть, волдырей на нем уже нет. Я забыл включить запись. И... Вел антидот без записи. Прочитал диалог. Короче, просто фееричная фиаско. Просто капец. В общем, как и многие говорили, я подошел к этому роботу. Поставил вот эту капсулу. Там была какая-то жижа. Потом подошел к этому компьютеру. Нажал типа ввести. Робот отсюда подъехал сюда. Воткнул свою иглу в валдырь и ввел антидот. Соответственно, валдырь потускнел и исчез. Ну, как ты видишь, сейчас его здесь нету. Также наш главный герой сказал, что она рада, что закончила то, что начала Сэм. Ну, то есть Сэм хотел предотвратить всю вот эту историю с Хара, чтобы она дальше не распространялась. И она довольна, что закончила. Но, конечно, печально, что она
не попрощалась нормально с Сэм. Ну, не попрощалась, а точнее, не увиделась Сэм еще раз, как бы ей хотелось. Вот. Ну, зато она говорит, что она восхищалась этим человеком, и вообще она была очень горда за свою сестру, за то, что она всегда была за справедливость. В общем, вот такая вот история. Здесь у нас все. Мы закончили с Левиафаном, теперь нам нужно перебраться через мост. Через мост можно перебраться, починив его, но я хочу тебе сказать, что в ранний доступ, когда я играл, мы чинили мост, но не этот. Был совсем другой мост, который поднят на 90 градусов, мы его опускали и тогда переходили. Кто-то говорит, что этот мост можно выдвинуть еще, и тогда ты спокойно перейдешь. Ну вот, мы подошли к мосту, и говорят, что он выдвигается. Хотя панель здесь и есть, слушай, для выдвигания. Панель есть. Ну, давай попробуем. Возможно, все-таки были правы в комментариях. Давай сканируем все это дело. Какая-то гидравлическая жидкость. А, ну вот, все понятно. То есть, действительно, мост все-таки выдвигается, когда мы поставим сюда гидравлическую жидкость. Короче, нечего читать. Погнали на наш мореход. Посмотрим, что нужно для этой гидравлической жидкости. Я так полагаю, у нас есть возможность сделать ее. Опа, как я грамотненько вошел. Гидравлическая жидкость, вот она у нас появилась, ага. Гелообразный мешочек, этих мешочков у меня туева куча, просто в жилом модуле, ё-моё. И гроздь семян, которые я тоже насобирал и оставил дома. Поплыли, короче, тут недалеко есть у нас водоросли, я надеюсь, что они тут недалеко есть. Краба оставим здесь, ничего страшного с ним не будет, он не замерзнет. Никто его не свистнет. Конечно же, может тетка-то прибежать и забрать его себе, потому что у нее уже потрепанный такой. Вот они, значит, водоросли, я их тут вижу. Но семян тут пока что нету. Еще эти мешочки долбанные найти бы где-нибудь. Вот тут вот, возможно, есть семена. Да, 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 отлично, отличненько. Просто шикарненько. Значит, берем семена и потом отправляемся искать мешочечки. Ну, мешочечки, они обычно очень глубоко у нас бывают. Блин, я сейчас запарюсь их искать. Они обычно где-нибудь глубоко, в расщелинах, в пещерах. Где-то на дне. Вот это что такое? Это яйцо какое-то? Вот здесь вот могут быть мешочки. Спускаемся поглубже. Что это у нас тут за обломки такие интересные? Инопланетные. А, ну это инопланетная какая-то фигурина. Плывем глубже. Вот, отлично. Все, мы приплыли. Там даже красный какой-то маяк. Пойдем-ка. Надеюсь, тут кальмарчика нету. Он нас не ждет. А, я здесь уже побывал. Спора цветов нам не интересно. Это у нас хранилище морехода. У нас имеется. Значит, мешочечки где-то здесь должны быть. Вот они наши мешочки, отлично. Хорошо, что я оставил здесь на берегу кайдю, просто по нему очень удобно плыть сразу к пристани. Это прям хорошая идея была его тут оставить все-таки. Значит, вот, пристыковываемся, точнее подплываем, делаем гидравлическую жидкость, вставляем, и я думаю, что на сегодня это будет все. Так, что-то не понял. Почему я не могу заюзать... Изготовитель. Близко подплыл, что ли, как? Что у нас? Какие проблемы? Вот, можно все. И гидравлическая жидкость, пожалуйста. Она у нас есть. Сейчас вставим и выдвинем мост. Кайдю, милый мой дружочек. Погнали. Ой, как в тебе тепло. Мы на месте. Вставляем, значит, эту штуку. Готово. Убрать, выдвинуть. Выдвинуть. О, да, круто. Все-таки в комментариях писали отдельные вещи. А мне почему-то казалось, что этот мост не починить, его нужно было перепрыгивать бы. Ну ладно, переходим. И наконец-то мы на этой части острова. Я ощущаю интересные данные к северо-востоку.
Возможно, это стоит исследовать. Но берегись. Чего? Я помню ненастных существ, роющих туннели подо льдами. Ну что ж, Алан нас предупредил, будем очень осторожны. Но дальше мы сегодня не пойдем. Я думаю, что на сегодня этого достаточно. Если тебе понравилось, то не забудь поставить лайк под этим видео и подписаться, чтобы не пропустить следующих интересных серий по субнатике. Ну а я с тобой прощаюсь, пока. Увидимся в следующем ролике.